Есть результаты? Я продолжаю заниматься Варгасом. Хорошо. Дайте мне знать, когда закончите. Что-нибудь еще? Поговорим позже. Хорошо. Снова вы? Что старый турянец может для вас сделать? Я думала о ваших с Аналеисом сложностях. В самом деле? Значит, если я помогу вам, вы поможете мне? Да, помогу попасть в гараж. Если вы заберете материал из моего офиса, я дам вам свой пропуск в гараж и некоторую сумму. У вас есть план? Да. Однако есть еще одна... Черт, как же звучит это милое земное выражение. Ложка дегтя в бочке пива? Головорезом мистера Аналеиса, возможно, придется применить силу. Он нанял сотрудников службы безопасности Ханьшаня. Он платит им из-под полы. Мисс Мацуо не знает об их работе на стороне. Если они у него на содержании, то речь идет о наемниках. Убивать наемников я могу. Превосходно. Вот мой пропуск в наш офис. Он активирует лифт. Материал находится в моем компьютере. Шифровальный ключ на этом ОНД. Вставьте его в дисковод, и все заработает. И постарайтесь не заляпать ковры кровью. Хорошо? Служба безопасности Ханьшаня. Офис закрыт. А если не подчинюсь? Что будете делать? Вы ведь Спектр, верно? Лори Кин находится под следствием. Аналеис заплатил вам, чтобы вы перетряхнули тут все вверх дном. Капитан Мацуо знает, что вы здесь? Эй, мне до Киина дела нет. Аналеис давно хочет спустить варонов на этого типа. Давайте сделаем так. Вы делаете вид, что не видели нас. Мы, что не видели вас. Thank you.
Мне нравится, как тут все обставлено. Дорого, но со вкусом. А вы какого черта здесь забыли, Шепард? Вам запрещено здесь быть. Собираетесь заставить меня уйти? Уйти? Думаете, вы сможете уйти? Хер вам, а не уйти. Понятно? За то, что вы тут устроили, Аналейс вышвырнул бы вас с планеты. Я не стану. Вы знаете, что на моей планете делают с убийцами полицейских? Вы нарушаете закон о взятках. Вы знаете, что на моей планете делают с полицейскими нечистыми на руку. Хотите устроить бойню? Я не против. Хватит трепать языком. Посмотрим, как вы забегаете, когда я переломаю вам ноги. Thank you.
Капитан, говорят, что в офисе Synthetic Insights был какой-то шум. Вы ничего об этом не знаете? Вероятно, там орудуют головорезы Аналейса. Шутите, да? Хорошо. Меня это не пугает. Встретимся в баре отеля перед тем, как вы будете говорить с Киином. Доступ в гараж ограничен. Я здесь по делу цитадели. Мне нужно покинуть станцию. Чтобы войти в гараж, вам нужно разрешение мистера Аналейса. Исключений нет, простите. Так что я могу для вас сделать? Что вы говорили о себе? Ходят слухи, там был замет. Мне пора идти. Если что нужно, я буду здесь. Кто-то прикончил наших людей в офисе Synthetic Insights. Кто бы это мог сделать, а? Сержанта Стерлинг убили. Когда найдем, кто это сделал, будем по очереди с ним развлекаться. Лучше делайте, как администратор велит, а не то закончите, как Лорик Кейн. Результаты? Я продолжаю заниматься Варгасом. Или делаете вид, что занимаетесь? Что-нибудь еще? Я продолжаю заниматься... Что-нибудь еще? Поговорим позже. Хорошо. Позвольте еще раз представиться. Паразини, отдел служебных расследований. Что за служебные расследования вы тут проводите? Совету директоров известно, что Аналейс коррупционер. Я 6 месяцев работаю под прикрытием. Я хочу, чтобы вы убедили Киина дать показания перед Советом директоров. Тогда планета снова станет приносить доход. Я думала, коррупция на Наверии – часть правил. Правила такие. Не раскачивай лодку. Своей корысти допускается, если это не мешает бизнесу. Аналейс же отпугивает клиентов. Почему не спросить Киина напрямую? Я секретарь Аналейса. Думаете, он мне поверит? И принесет материал на встречу в темной аллее. Вы работаете у Аналейса. Не можете просто взять его записи? Он жулик, но не тупица. Он не пишет у себя в компьютере, мол, дорогой дневник, в этом месяце я украл 3 миллиона кредитов. Чтобы доказать вину Аналейса, мне нужны показания Киина. Чтобы выполнить миссию, мне нужен пропуск Киина в гараж. Помогите мне с расследованием, и я дам вам все, что нужно. Услуга за услугу. Если мы сделаем, как она просит, то многим поможем. Смотрите, Шепард, мне это тоже не нравится. Вы, Спектры, ведете с законом двойную игру. Это плохо для бизнеса. Киин предлагает заплатить. Вы можете это сделать? Я могу изготовить для вас копию пропуска Аналейса. Перемещать незаметно крупные суммы я не в состоянии. Вы изложили мне официальную версию насчет вершины 15. А какова правда? Перед тем, как погода испортилась, Ханьшань получил от них код Омега.
Код Омега означает полное нарушение протоколов безопасности. Никому туда нельзя, пока персонал не даст отбой. Это мне не поможет. Это все, что мне известно. Непонятно, что там происходит. А если персонал так и не даст отбой? Совет директоров решает, уничтожать комплекс или нет. Одной боеголовки с антиматерией достаточно, чтобы ликвидировать любое загрязнение. Как я могу попасть на вершину 15? Шаттлы не летают, так что придется ехать. Если вы убедите Киина дать показания, я пропущу вас в гараж. Вы знаете, почему здесь матриарх? Из-за вершины 15. Она прилетела после того, как мы получили от них код Омега. Автоматический сигнал тревоги. Прибыла с эскортом из десантниц Азари. Загрузили кучу ящиков и улетели на вершину 15 последним рейсом. Вы знаете, что было у нее в ящиках? Понятия не имею. Десантницы никого к ним не подпускали. Но на вид они были тяжелые. Хорошо. Я поговорю с Киином и попробую его убедить. Спасибо. Вы знаете, где меня искать. Как только поймете, что он готов говорить, приходите. Не вешай трубку. Старший брат, это я. На Наверии сейчас. Не могу долго. Звонок по 10 крит. Что вам нужно? Я слышала, у Апольда есть для вас кое-что. И меня это должно волновать? Вы его курьер или где? Я собиралась доставить пакет. Погодите минуту. У меня к вам предложение есть. Я плачу Ханару больше, чем нужно. Спорим, вам он платит меньше, чем заслуживаете вы. Продайте вещь мне напрямую. Это интересно. Какую сумму вы готовы заплатить? 500 кредитов. Этого недостаточно. Я отнесу его Апольду. Вряд ли кто-то заплатит вам больше. Дурацкая десятиричная система. Вот что бывает, когда пальцев слишком много. Какое предложение они вам сделали? Хорошее. Рад вас видеть, Спектр. Есть новости о нашем деле? Я все сделала, но со мной связалась следователь по служебным расследованиям. Она просит вас дать показания против Аналейса. Теперь, когда вы завладели моими уликами, вы хотите диктовать мне, как ими пользоваться? Я не заинтересован в публичных сценах. Вся станция стонет от Аналейса. Вы могли бы стать героем. Моим нанимателем для эффективной работы здесь необходимо расположение совета директоров. Если эти директора не обвинят во всем Аналейса, значит, у них вместо головы жопа. Ну, хорошо. Очевидно, вас не переубедишь. Хорошо. Я дам показания. Договоритесь обо всем с вашей знакомой. Я буду ждать здесь. Со мной еще никто не связывался насчет нашей договоренности. Все в порядке? Еще нет. Мне нужно кое с кем поговорить. Поторопитесь. У Аналейса много шпионов. Мой пакет у вас? Я как раз собиралась забросить его Апольду. Хорошо, идите.
Мой пакет у вас? Сколько вы готовы заплатить? Я плачу Ханару больше, чем нужно. Спорим? Это интересно. Какую сумму вы готовы заплатить? 500 кредитов. Мы с вами оба профессионалы. Вы знаете, что пакет стоит дороже. Нынешние ребятишки не знают цены хорошему оружию. Я дам вам 750. По рукам. С вами приятно иметь дело. Взаимно. Теперь уходите. Охрана может заинтересоваться теми, кто меняет пакеты на наличные. Говорить больше не о чем. Уходите неторопливо и ведите себя естественно. Говорить больше не о чем. Я слыхал, ребята обыскивали Synthetic Insights. Капитан Мацуо такого приказа не давала. Как сюда? Моего сержанта пришили в офисе СИ. Не знаю, плакать или смеяться. Жесткая была баба. Кое-кто из ребят выполняет частные заказы администратора. Как хотят. Мой начальник, капитан Мацуо. Спектр, вы подумали над моим предложением? Пришлось приложить усилия, но Киин согласился говорить. Ах, у меня как камень с души свалился. Я возьму материал и перешлю по безопасным каналам. Ха, не думала, что вы поможете. Вы же Спектр, в конце концов. Некоторые, оказывается, ничего. Так как насчет того, чтобы пустить меня в гараж? Пока вы занимались Киином, я достала вам пропуск в гараж. Будьте там осторожны. Мне надо кое-кого арестовать. Жаль, некогда переодеться во что-нибудь поудобней. Ненавижу юбки. Это возмутительно! Вы больше не найдете работу в этом секторе! Да-да, не сомневаюсь. Эй, Шепард! Я требую, чтобы вы арестовали эту стерву! Вы имеете право сохранять молчание. Лучше воспользуйтесь им. Еще увидимся где-нибудь, капитан. С меня пиво.
Слышал, администратора повязали. Вы часом к этому руку не приложили? Он был коррумпирован. Здесь полно таких. Хорошо бы вы с ними со всеми разобрались. Так что я могу для вас сделать? Мне пора идти. Если что нужно, я буду здесь. Доступ в гараж ограничен. У меня есть разрешение. Извините. Да, пропуск подлинный. Будьте осторожны на дорогах. В Алиутской долине плохая погода. Я, кажется, знаю, что было у матриарха в ящиках. Что за твари? Рассыпаться! Перекрыть! Что вы здесь устроили, капитан? Я? Я потерпевшая! На нас напали геты! Геты? По-вашему, я... Откуда они взялись? Эта сука Азари притащила с собой кучу багажа. Наверняка они были в ящиках. Я в это не верю. Ее багаж прошел через сканеры. В нем не было ни источников энергии, ни нулевого элемента. Если они были в контейнерах Бенезии Сама, здесь их может быть еще много. Мне нужны цифры, капитан. Десяток? Сотня? По крайней мере, десятки. Это машины, их можно плотно упаковать. Я должна доложить совету директоров. Если слухи о гетах распространятся, инвесторы запаникуют. Похоже, снаружи свирепствует буря. Так что я могу для вас сделать? Если что нужно, я буду здесь. Кто-то прикончил наших людей в офисе Synthetic Insights. Кто бы это мог сделать, а? Сержанта Стерлинг. Мне... Кейна пустили назад в кабинет, а он стал на пятна крови на ковре жаловаться. Ублюдок. Совет директоров вокруг пальца не обведешь, даже если ты администратор. Наверие. Частная собственность. Помните, вы здесь, потому что это разрешает совет директоров. С тех пор, как арестовали администратора,
Менеджеры допрашивают всех, кто говорил с вами. Начальство отрицает, что на вершине... Аналейс нормально тут всем заправлял, пока не появилась эта дамочка Паразини. Такое впечатление, что тут работают одни параноики. На вершине 15 все в норме. Я слыхал, ребята обыскивали Synthetic Insights. Здесь... Моего сержанта пришили... Нет. Не пойму, что эти парни делали в офисе Synthetic Insights. Аналейс не имел права брать наших людей как частных наемников. Я о его аресте горевать не стану. Я слежу за тем Кроганом в отеле. Он наемник, звать Иномордо. Здравствуйте, Спектр. Человек принес пакет? Я продала пакет Иноморде. Человек это сделал? Человек предал торговца? Человек дорого обошелся торговцу. Возможно, дороже, чем ему кажется. От этих денег зависит жизнь торговца. Вы нарушили закон. Если бы вас поймал полицейский, вас бы посадили в тюрьму на несколько лет. Торговец желает, чтобы человек удалился. Покажите, что у вас есть на продажу. Хорошо. Торговец предпочитает... Я здесь в качестве... Хорошо. Торговец предпочитает прекратить общение. Я здесь в качестве покупателя. Хорошо. Торговцу нужны кредиты. Пока не появилась эта дамочка Паразини, Аналейс прекрасно со всем тут справлялся. Тут что, работают одни параноики? На вершине 15 все в порядке. Конитива, капитан. Рада, что вы остановились поговорить со мной. Я хотела вам сказать, как неудачно, что Аналей сама попался на горячем, но будьте уверены, я не держу на вас зла. Неудачно? Он был преступником, капитан. Совету директоров нет дела до законов галактики. Именно поэтому и существует эта планета. Начальство считает, что Аналей сама зашел слишком далеко. На Наверии можно делать что угодно, но не нарушать общественный порядок. Я лишь прошу вас ограничить объем причиняемых вами беспокойств. Сочту это за большую услугу. Делайте свое дело, капитан. А я буду делать свое. Понимаю, ваша позиция мне вполне ясна. Сумимасен, капитан. Я должна составить рапорт о произошедшем. До свидания.
Люди, приготовиться. Идет процедура дезинфекции. Изменение статуса. Капитан принял командование. Старший помощник Пресли вахту сдал.